Всем привет! Вы на канале Пюмс. С вами Петр и... Привет! Максим. Да, и Максим. И сегодня мы распаковываем дополнение для сырного замка. Коробочка где-то в 3 раза меньше, чем сам сырный замок. Называется дополнение «Шустрый Гонзола». Вот так оно выглядит. Высотой такой же, как и сырный замок. Но сама по себе поменьше. Что тут есть? Здесь есть 1 шустрый Гонзола, 4 мышки, 5 шляпных лент 5 цветов, 3 специальных передвижных тайла, башня и правила игры. Сейчас открываем. Максим, зачем мы купили это дополнение? Потому что, ну, она очень крутая. Ну, мы его видели, и я прям сразу его захотел, да? Угу. У нас же есть сырный замок. И что самое главное в этом дополнении? То, что есть 5-й игрок. Да. Напоминаем, что изначально только 4 игрока могут играть в сырный замок. Круть. И это как... Смотри, какой тут ложемент. Видимо, это специально придумано, чтобы все складывать, связанное с сырным замком. Что? Смотри. Тут столько деталек, мне кажется, нету сколько тут. Что, башню построим? Давай соберем сразу башню. Я пока прочитаю правила. Смотрите, фишка шустрого Гонзолы. Да, потом находится, какие есть правила. То есть появляется 5-й игрок, вот такая, большие правила. И появляется передвижная башня. Ее можно двигать вокруг поля сырного замка. Когда кто-то из игроков находит тайл с шустрым Гонзолой, он берет себе этого шустрого Гонзолу, сейчас мы откроем, посмотрим, себе в команду. Ну, так как в команде, вот сюда высыплю, разные цвета, на шляпу этого шустрого Гонзолы одевается, вот так интересно, а как же еще, вот так, видимо, да, просто накладывается цвет того игрока, который с ним играет. И еще отдельный набор как раз стандартных этих мышек. Они серые теперь. А так есть, получается, у нас в стандартном комплекте желтые, зеленые, синие и красные. Чуть-чуть башню помочь? Да, чуть-чуть. Собрать. Я думаю, что оно... Вот есть еще какая-то фишка потайного хода. И передвижная фишка. Так. Фишка передвижной башни. Давай посмотрим, тут, наверное, какая-то инструкция. Да, то есть, что у нас есть еще? У нас есть потайный ход. Ага, Гонзола. Ход потайной. И конструкция, которую можно привести в действие. Смотрите, на, давай, пока я попробую собрать эту башню. Как-то она должна просто собираться. Никакой инструкции нету, просто поворачиваю. Наверное, вот эта часть... А, сгибается. Все понятно. Вот эта часть просто сгибается. То есть изначально выглядит вот так. Максим ее выдавил. Угу. Он наверху же и должен стоять. На ней. Вот и все. А, точно. Я просто не понял, как это сделать. Так, ну... Плотный картон под лен. Получается вот такая вот башня. Соответственно, игроки, серенькие мышки, будут вот так заходить, когда они будут вот так двигаться здесь. Ну все. Да. Дальше можно приступать к игре. И на них колечки. Я думал, что, кстати, они резиновые, а они пластиковые. Я тоже пластиковое кольцо, которое накидывается на шляпу. Смотри, как он будет выглядеть. Так. Гонзола будет вот так. Оп, улетает. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.